Всем привет, это снова Иван Кощеев, и сегодня в нашей школе проходит интенсив «Ты – университет в будущее», и вместе с участниками мы пытаемся разобраться, что такое высшее образование. Привет, как тебя зовут? Мездульяна. Ангелина. Данил. Влада. Ксюша. Никита. Откуда приехал? Из Санкт-Петербурга. Из города Абакана. Из Тюмени. Шурюшского района, своего мужа. Из Екатеринбурга. Из Москвы. Из Ставрополя. Как тебе интенсив, чем вы тут занимаетесь? Интенсив очень крутой. По большей части я общаюсь, потому что здесь очень много крутых людей со всех уголков страны. Работаю с людьми, общаюсь на английском. Я прокачиваю свои скиллы и знакомлюсь с новыми людьми. Чем вообще занимаетесь, кроме общения? Мы занимаемся в групп ворках, мы занимаемся, работаем над проектом. Высшее образование. Что это такое? Что нового узнал? Как изменилось мнение? Хочешь его? Как? Для меня высшее образование — это не столько какой-то путь к карьерному росту, сколько просто способ получить знания, как-то понять свое место в мире. Вообще, Андрей Щербенко. Щербенок. Боже мой. Это директор этой школы. Вот он очень много говорит про это. Ну, это постоянный прогресс, развиваться, не переставая. Хочешь в САС? Да. На самом деле, да. Хочу. А в САС хочешь? Ну, я буду думать об этом. Хорошо, спасибо. Рассчитываешь на стипендию? На самом деле, да. Я здесь не в первый раз, и у меня есть большое стремление, чтобы выиграть эту стипендию. Но так как здесь большая конкуренция, я надеюсь, что я смогу преодолеть ее. Рассчитываешь на стипендию на бюджетное место? Надеюсь. Почему ты должна его получить? Потому что я лучше всех. Мама говорит так. Сегодня мы с вами побывали на интенсиве и попытались разобраться, что такое высшее образование. До встречи в следующем выпуске.